Привет, друзья! Меня зовут Серж Михайлов и мой канал Rest and Beer – отдых и пиво. Название моего канала говорит само за себя – канал о отдыхе и о пиве. Эти два понятия для многих неразделимы – отдых и пиво. Периодически смотрю канал Влада Савельева. Довольно интересно у него получаются обзоры еды, так называемые обжоры еды. Скажем так, захватывающие, познавательно и интересно он рассказывает о еще одной прелести в жизни, о вкусной еде. Почему-то до сегодняшнего момента мне казалось, что Робин Гудов уже не бывает. Но Влад Савельев сегодня выступил в роли Робин Гуда и предоставил возможность молодым начинающим блогерам заявить о себе на своем канале, в своей группе ВКонтакте. У меня довольно молодой канал, ему чуть больше полугода. На своем канале я рассказываю о отдыхе во всех его проявлениях. Это путешествия, это морской отдых, это посещение интересных мест. В общем, о тех моментах жизни, которые хочется запомнить, которые интересны и которыми хочется поделиться. Особую нишу своего канала я выделил для любимого всеми напитка под названием пиво. На своем канале я дегустирую различные сорта пива в поисках идеала. Думаю, вам будет интересно. Итак, встречайте Rest and Beer.